Привет! Еще недавно планшеты на Android были однозначными лидерами рынка, но Windows очень уверенно отвоевывает позиции. Многие производители уже предложили покупателям 8-дюймовые планшеты на базе этой операционной системы. И компания Dell представила отличное решение в этом сегменте – Dell Venue 8 Pro. Корпус Dell Venue 8 Pro изготовлен из пластика, но имеет дополнительную мягкую резиновую отделку. Она приятна на ощупь и помогает держать устройство в руках. Задняя крышка выполнена из текстурированного пластика, отлично маскирующего отпечатки пальцев. Дизайн планшета полностью соответствует духу современного минимализма. Это прямоугольник с закругленными краями. Он весит 388 грамм и имеет толщину 9 мм, так что при желании его можно держать одной рукой и даже положить в карман. Большинство элементов управления вынесено на правую грань, так что тебе не придется суетиться и вспоминать, где же мне найти нужную клавишу. Там же ты отыщешь слот для карты памяти и разъем microUSB. Единственное исключение – кнопка «Пуск». Ее создатели разместили на верхнем торце. Динамик находится на нижнем торце. 3,5-миллиметровый разъем для наушников на верхнем. Основная камера расположена на задней крышке, фронтальная – на передней панели в правом верхнем углу. Практически вся передняя панель занята 8-дюймовым сенсорным экраном. Справа и слева разработчики оставили чуть больше места, чтобы было удобнее держать планшет. Разрешение дисплея 1280 на 800 пикселей. По нынешним меркам это не так уж много, однако стоит обратить внимание на следующие нюансы. Во-первых, такой подход позволяет снизить энергопотребление девайса и, как следствие, увеличить запас автономности. Во-вторых, качество изображения на высоте. С яркостью, контрастностью цветопередачи все в порядке. Даже при ярком солнечном свете никаких проблем не возникает. Экран емкостный, он поддерживает до 10 одновременных касаний и имеет хорошую чувствительность. Устройство оснащено гироскопом, благодаря которому ориентация изображения автоматически меняется с вертикальной на горизонтальную и обратно, в зависимости от того, как владелец будет его держать. Основа аппаратной начинки планшета составляет мощный 4-ядерный процессор Intel Atom с тактовой частотой 1,8 ГГц. Ему составляет компания видеочип Intel HD Graphics, аналогичный тем, что используется в процессорах для ноутбуков. Если учесть целых 2 гигабайта оперативной памяти, становится понятно, почему хозяин Dell Venue 8 Pro может не опасаться торможения, зависания, медленного открывания приложений и прочих неприятностей. Ничего подобного и в помине нет, все работает быстро и плавно. Это касается воспроизведения видео и запуска требовательных современных игр. Постоянная память устройства 64 гигабайта, отличный объем. На планшете можно сохранить огромную базу документации, сюда легко поместится десяток другой фильмов в хорошем качестве или обширная фонотека. Но если хозяину покажется, что этого мало, с помощью карты microSD память можно увеличить вдвое. Планшет Dell Venue 8 Pro комплектуется аккумулятором емкостью 4830 мАч, и производитель обещает, что его заряда хватит на 10 часов автономной работы. Причем при просмотре видео срок работы без подзарядки будет примерно таким же. Но это данные, полученные в результате лабораторного тестирования. В идеальных условиях, в реальности же, лучше рассчитывать на 8-8,5 часов. Для экономии заряда батареи можно уменьшить яркость дисплея, если что. Операционная система Windows 8.1, установленная на планшете, удобна в первую очередь тем, что предлагает привычный интерфейс людям, работающим на персональных компьютерах и ноутбуках, где установлена все та же Windows. Это касается и комфорта работы, и отсутствия необходимости переформатирования файлов, и возможности использовать облачные хранилища и интернет-сервисы. Интерфейс может быть представлен как в виде традиционного для этой операционной системы рабочего стола, так и в виде плиток. Размеры иконок не очень большие, поэтому если ты первый раз пользуешься Windows планшетом, может потребоваться некоторое время для привыкания. Разработчики предлагают классический набор приложений, а также несколько приятных дополнений, среди которых стоит отметить сервисы для подключения к социальным сетям Facebook, Twitter, мультимедийным хранилищам наподобие YouTube, игр Angry Birds и так далее. Также не стоит забывать, что каталог приложений для Windows стабильно пополняется свежими новинками. Изюминкой этой модели является возможность использовать перо Dell Active Stylus. Гаджет в комплект не входит, его необходимо приобретать дополнительно. Это нехитрое устройство позволяет делать рабочие заметки прямо на экране планшета, после чего рукописный текст может быть преобразован в печатную версию с помощью программы, обеспечивающей высокое качество распознавания. Планшет оснащен 2 камерами – фронтальной и тыловой. Фронтальный имеет разрешение 1,2 мегапикселя и позволяет проводить сеансы видеосвязи. Также с ее помощью можно снимать селфи. Тыловая камера более мощная, имеет разрешение 5 мегапикселей, оснащена автофокусом и дает возможность делать снимки в нормальном любительском качестве.
Что ж, у компании Dell получился мощный и удобный в использовании современный компакт-планшет. С его помощью можно решать самые разные задачи. Работать, учиться, развлекаться, причем компактные размеры, небольшой вес и солидный запас автономности дают возможность взять устройство в длительную поездку. Подписывайся на наш канал, ставь лайки, оставляй отзывы к обзорам и товарам на сайте интернет-магазина «Связной». Нам действительно интересно твое мнение.